Вот эту болванку от снаряда сегодня в 10 часов утра на улице Адмирала Горшкова обнаружил прохожий. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Как и полагается в таких случаях, место находки в районе остановки «Гвардейская» отцепили. Ожидают прибытия саперов. Те определяют, что снаряд без взрывателя и взрывчатого вещества калибра 100 мм не опасен. Так, мы с какой вообще? Снаряд отправят на утилизацию. Стоит отметить, что в районе Снеговой Пади жители часто находят подобные боеприпасы. Но вовремя об этом сообщают всем спецслужбам города.